God only knows what I'd be without you. Привет, мои хорошие. Это Fairy Voice Mother. Мы будем снова лицезреть на этого человека, на легенду, на повелителя октав. На господина Димаша. Я буду делать реакцию на нашего золотого мальчика, который исполнит Олимпико. Это самая запрашиваемая реакция. Для меня вот это. Боже, что я несу? Я думаю, он не нуждается в представлении. Да и времени особо нет. Нас и так давно не было. Да, многообещающее начало. Мне уже нравится эта неоновая толпучка. Смотрите, как он сильно опускает свою челюсть. При каждом слове. А он знает толк в мрачном, драматичном, оперном звучании. И он делает это по всем правилам науки. Это отвисшая челюсть. Это легкое движение губами. Он делает так не случайно. Такая позиция способствует тому, чтобы гортань оставалась внизу. Просто потому, что физически невозможно получить такие же голосовые свойства. Без вот этих движений. Любое другое выражение лица просто отфильтрует резонанс. Это уже классическое движение Димаша. Поднимая ноту из-под низу, он придает ей вес, вместо того, чтобы просто брать ее. Резонанс выше. И добавляет немножко темных красок. Это чувство предвосхищения просто убивает меня без ножа. Вы заметили, что даже камера вибрирует от восторга? Или мне показалось? Минутку. Смотрите, уже даже камера поплыла. Когда слышишь такой жуткий высокий вокал, вступающий после Димаша, то понимаешь, что это будет что-то с чем-то. У меня аж в горле пересохло. Божечки мои, он был похож на треклятую маску из Крика. Это самая низко опущенная челюсть, которую я когда-либо видела. Это же дает столько пространства во рту для маневра. Я говорю не только про теплое, низкое, насыщенное звучание, что было до этого. Теперь здесь можно получить целый ряд звуков, отражаясь от неба. Великолепно! Также здесь множественные колебания вибрато. Это был полный тон вибрато, который звучал между нотами. Просто обожаю. Это идеально дополняет неоновую толпучку. Все в тему. Ой, что ща будет? Камера опять погнала. Боже мой, ну ладненько.
Он знает свой диапазон. Он точно знает, что будет делать его голос в каждой последующей ноте. Заметьте небольшое расхождение в интенсивности этих двух нот. Вот это было очень плотное. Это связано с так называемой мышцей, которая делает наши голосовые связки толстыми. И эта мышца сопряжена с качеством речи. А вот следующая нота уже отличается. Эта нота гораздо менее задействована. Здесь уже не слышно этой речевой весомости. Это означает, что мышца, которая делает наши голосовые связки тонкими, является доминирующей. Чем? Но это все же еще не одна из двух крайностей. Это их сочетание. Поэтому у него никогда не теряется резонанс. Но и с другой стороны, он никогда и не кричит. Потому что, опять же, это сочетание. И это не единственная крутая вещь в этом моменте. Ведь это также прекраснейшим образом подвело его к разжатию этой мышцы и переключению в тонкое голосовое звучание. В этот заоблачный полет вверх. В 39-е царство. Его голосовые связки были очень тонкими в этой позиции, и это позволило ему спеть это так невероятно легко. Аж прям чувствуешь эту легкость от взмахов его рук. В общем, ему там очень комфортно находиться, но он там был недолго. Он возвращается назад. Димаш использует любую вокальную технику, которую он сочтет нужной именно для исполнения этой ноты. И вообще не имеет значения, даже если ему придется сделать это на полуфразе. Он здесь как рыба в воде, в этом море звуков. Кружочек света. Меня аж плющит. Остановись! Гляньте-ка на него, он такой игривый. Он производит так много высоких частот, что танцоры позади него уже не в силах танцевать и тупо извиваются вокруг, бультыхаясь в море резонанса. Возможно, вы думаете, что с каждой новой высокой нотой необходимо каждый раз вкладываться еще больше. Но на самом деле все как раз таки наоборот. Самая высокая нота здесь требует вот такусичную кыпкышкентайскую голосовую связочку. Ведь если он вложится сюда немного сильнее и использует больше дыхания, то будет совсем непросто контролировать высоту звука. Возможно, и сам звук получится не айс. Есть вероятность, что получится вот это. Что можно преобразовать в свисковый регистр. Но это же не свисковый регистр. Это соединенный звук. Это фальцет. Вы не услышите здесь дыхание между голосовыми связками. В общем, процесс перехода между этими тремя нотами. Это сокращение связок, регулировка давления. Сокращение связок, регулировка давления дыхания. Ему удается делать это настолько аккуратно, имея вот такую совершенную систему из мимимишных и аподемичных тоненьких вокальных связок. Опять ушел вниз. Вот блин, как же он хорош! Ой да! Ой,
Einschirknei. Боже, я не могу. Это как разом прокатиться на всех каруселях Диснейленда. Хотя я никогда не была в Диснейленде. Да и в этом уже нет нужды, ведь я живу в мире, где есть Димаш. Откуда он откопал этот резонанс? Это обалденно. Это обалдайс. Посмотрите на вот этот всеобщий подъем. Он поднял свое небо. Он поднял свою руку. Он будто сейчас меня проглотит. Посмотрите, сколько там места. Боже мой, вы это видели? До меня, кажется, дотукало. Это челюсть, которая способна создавать необычайно большое пространство. Если я так сделаю, то это выглядит прям обычнее обычного. А когда он так делает, то в рот мне К-700. Это же меняет форму всей его шеи. Может быть, из-за этого его фальцет и свисковый тон такие чистые и звучные. Стоит только найти вот эту позицию. Многие могут так. Но вот что делает его таким впечатляющим. Это то, как он резонирует своим голосом. И как подключает сюда весь свой остальной диапазон. Он же поет на этой высоте в полную силу. Это непростой трюк, где можно быстренько пикнуть и сразу же вернуться вниз. Он может держаться на этой высоте. С анатомической точки зрения он не из нашего мира. Или он просто божий эксперимент. Мне нужно посмотреть это еще раз, под микроскопом, и молиться, чтобы найти ответы. Самым впечатляющим в этом выступлении для меня был постоянный переход между регистрами. Тонкий голос, плотный доминирующий голос, смешанный голос. Мне кажется, он настолько отточил все эти регистры, что они для него сейчас как маленькие кнопочки, которые он нажимает, врубает-вырубает, когда захочет, и при этом здесь не может быть ни единой ошибки, нет несоответствия высоты тона, нет разрывов. Все просто идеально. И в заключении Димаш поет так, что репу срывает. Всем спасибо за внимание. Я обожаю реакции Лоли. И следующий перевод ее реакции будет на историю одного неба. Также я мечтаю, чтобы Олимпика когда-то стал гимном Олимпиады. Всех люблю, всех обнял. Пока. Эта нота гораздо менее задействована. Эта нота гораздо менее задействована. Твою мать.